Ух, друзья, какой же это кайф на воде. Какой кайф выйти на воду в такую прекрасную погоду. Сейчас солнышко светит. Птички, ну, не поют уже все-таки, не весна, но все равно. Такое настроение прямо приподнятое. Надо ловить эти дни, надо ловить их, хватать. Потому что, блин, скоро закончится все, вся эта, весь этот кайф. И начнется зима, будет другой кайф, но все равно. Зимой все равно поэтому скучаешь. Поэтому я за поклевками, а вы ставьте лайк заранее. И приятного просмотра. Хотелось рыбалку начать с поролоночки. Не знаю, у меня что-то чуйка такая. Поролонка сегодня покажет. Класс. Может быть, вообще ее снимать не буду, если попрет. Что-то он вмазал. Нормально вмазал вообще. Шутка, что ли? О, какой судак. О, кайф. Прям с первого заброса на этой точке. Такой вот судачок вмазал. Этот кайф вообще. Вмазал, я аж прям охренел. Че, друзья? Умеем, можем. Вообще кайф. На синюю поролонку. Я его так поставил, думаю, блин. Будет клевать, не будет. Фиг знает, проверю. Он подтащил вообще. Вот этот судак. Кайф. Ну, друзья, какой красавчик нам сегодня залетел, да? Вообще такой бодрый судачок. Прям вообще. Не знаю. Давайте взвесим, что ли, узнаем, сколько он весит. 1715. Классно вообще. Да, друзья, я сам до конца не понял, почему я поставил именно синий поролон сегодня, но он принес нам поклевку очень быстро. Причем такой довольно-таки крупной, приятной рыбы. Это вообще просто сказка. Это кайф, когда попадаешь в приманку прям четко. Попробую развивать успех, посмотрим, вдруг тут еще судачки остались и покрупнее. Да, здесь комфортно немножечко, конечно, вот и в жилете, и с пауэрбанком, и с проводами, ну ладно. Главное, что пишется видос. Так, так, наверное, лучше будет, да, микрофон расположен? Есть. Поклевка вообще еле-еле. Но рыба села. Ох, какой. Придавил он. Он придавил. Прям вообще не хочет. Но этого я, естественно, забирать не буду. Поэтому не понимаю, какого хрена он так со мной дерется мощно. Ладно, давай. Пробит он очень хорошо. Поэтому не особо что-то может противопоставить нам. Так. Так, так, так. Рыбсик. Ну, вообще, стекляшечка. Ну, главное, что клюют. Все работает.
О! Прям подлодка как вмажет. О, покрупнее последнего. Ох, как он эталонно захавал, а. Тихо, тихо, тихо. Давай-ка сюда. Блин, я только думаю, может быть, поменять синюю поролонку, может быть, поставить что-то другое. И у меня сразу клюют. Такие вот красавчики. Блин, вообще. Как он светится на этом солнце, да? Просто слиток. Вот смотрите, друзья. Поролонка съедена эталонно. Судачком. Торчат только вот эти вот два крючка в самом нужном месте. Ну и давайте-ка его отпустим. Он у нас попозировал. Фотосессия у нас с ним получилась. Отпускаем малыша бежать. Пусть растет большим и сильным. Пух. 67-я слишком мелкая, как будто бы. О! На вид практически в отвес вмазал уже. Не крупный, но все равно на вип. В заброс. Хотя практически в отвес, но в заброс. Даже не знаю, как это расценивать. А, трещоточка такая мелкая. Прикольно. Виба тоже клюет. Красота же. Красота. Усами. Вип. Вип побольше, но тоже такой вот хромовой расцветки. Посмотрим. Может, это тоже сработает. Судачок прям под лодкой уже клюет. Погодка шик, конечно, да. Как раз поклевать судачкам. Ничего себе, без этого сел, без поклевки, сразу же следующий, ну да, он под, короче, он под,
Подсел, подбагрился. Нормально на Вибы тоже реагирует, вообще отлично. Вон, на Басару хромированную сразу же клюнул. Вот и Вип у нас сработал. Судачок сел сразу же на смене Вибы на более крупный. Все прям под лодкой клюют на самом деле. Зависание становится такое более длинное, и они щелкают. Так, 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 без лишних дерганий. Сейчас мы тебя отпустим. Давайте, красавчика. Время 1:30. Рыбка, по моим ощущениям, немножечко сбавила свою активность. Вот я на Вибы, когда перешел, уже последние поклевки получил. И вот сейчас все. Сижу уже сколько времени? Наверное, часик, полтора без поклевок вообще. Вот, ну ничего, не расстраиваемся. Я думаю, солнышко чуть-чуть ниже упадет, и мы еще получим свои классные поклевки, может быть, даже что-нибудь зачетное поймаем. Как измазал! Вот вес на бип. Вот это да, ребят. Как вмазал мне тут. Если честно, не поверил сначала. Что за капец вообще? Опа. О. Я буквально опустил, и он в отвес хлопнул. Как по первому льду. Вот, друзья, можно сказать, открыл уже сезон первого льда без льда. Поймал судака в отвес вот на VIP, на Басару 80-ку. В цвете Adidas. Такой вот красавчик клюнул. Отпустим. Классно он клюнул. Все вообще супер. Плюх. Шел. Вот это прикол, ребят. Я, можно сказать, открыл первый лед. Судак меня долбанул в отвес. Я видел подход в практике уже вот так вот, как он подходит к моему вибу, к басаре. И такой тюк, нормальный ударчик. Блин, уже хочется, если честно, чтобы всю эту водную гладь покрыла льдом и половить в отвес, по льду походить, побурить лунки. Вот сваливают. Заехать после них, пробовать покидать. Хорошо, на поролонку он так вмазал. Смотри-ка, его еще поди подними. Тяжеленький. Ну, не как первый, конечно, но не потяга. Я уже думал, все, поролонка сдулась, на поролонку больше не клюет. Ага, конечно. Он какие, не потяги. Поролончик хавает. Мелкий, конечно, но тюкнул нормально вообще. Ну-ка, отпусти. Все. Надо двигаться. Эх, друзья, так я никакого вечернего выхода и не дождался, к сожалению. Но
и тем, что было сегодня, доволен. То есть судак классный, поклевки классные, в отвес поймал. В принципе, что еще надо, кайфанул, на солнышке посидел. Сегодня штиль. Погода вообще супер на самом деле. Такой кайф получил от этого дня. Ну все, сейчас возвращаюсь обратно на базу. На тот берег, откуда я выплывал. Собираю лодку и все. На этом рыбалка закончена. Спасибо всем, что смотрели. Не забывайте комментировать. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно.